Ну и несколько слов о экоплитке, потому что очень многие говорили о том, что Тома, зачем вы занимаетесь этой ерундой, вот этими камнями, засыпьте всю землю, и все у вас будет хорошечно. Это было сделано в том году. Или позатом, не суть. Здесь мы делали по старой схеме. То есть уложили это все, засыпали землей и посмотрите, что происходит. Конечно же, засеивается сорняком. Понятно, что мы это все косим, когда косим газон, да, это все скашивается, но вид видите сами какой. Вариант того, что мы возьмем это и выдернем, не вариант, потому что это земля, и оно там утрамбовано. Понимаете, вот оно отрывается, да? Вот. И вот такой вид мне не нравится. Добиться вот такого вида, да, где ничего не будет расти, очень сложно. Это значит, надо все накрывать, чтобы не было доступа рассеиванию семян, которое происходит за счет веяния ветра. Оно все насевается, девочки. И теперь идем туда, где мы сделали все с камушками. Вот, у нас камушки. То есть сверху у нас идут декоративные белые камушки, а внизу мы щебенку насыпали. Так, дождь начинается. Смотрите, что. Когда я сеяла в этом году, я газон подпитывала горчицей. Я просто насыпала горчицу на газон. Да, и вот здесь мой муж насыпал мне в тазик горчицу, чтобы не с пакетика, а с тазика. И он рассыпал горчицы. Вот она прям, видите как? Плюс, что рассыпана горчица того, что горчица является однолетним растением, то есть к следующему году этого точно не будет. Но вид мне не нравится, да? Вот камушки и вот эта вот горчица тут повылазила, прости господи. Что я делаю? За счет того, что здесь песок и камушки, легким движением руки удаляются корневая. Посмотрите, прям вот так, хоть бери да сажай горчицу. Это возможно только если у вас подушечка из песка, а сверху камушки. Видите, как оно легким, даже если это трава, вот трава насеялась, да, вот опять же горчица. Это у меня есть возможность легко, легким движением руки достать, только благодаря тому, что у меня подушка не из земли, а подушка из песочка и камушки. И вот оно, легким движением руки, девочки. Прям, ой, смотрите, какой насеялась травушка. Сейчас мы ее попробуем. Вот она. Только из-за того, что это песочек. Красота. Пока вот с вами ля-ля. И беру и это очищаю. Без каких-либо усилий. Это даже какая-то, это нравки. Она приятненько, так легенько забирается. Многие писали о том, что, боже мой, ну а как же грязь мыть? Девочки, а какую грязь? Мои хорошие, какую грязь? Если, допустим, то есть у нас все в газоне, да, то есть грязи неоткуда взяться от слова совсем, да. Вот, смотрите, какая корневая, я ее спокойно просто с вами достаю. Если мне, допустим, посмотрите, боже, какая красота, я прям залипла. Ну вот, посмотрите, как это все легко делается. У вас остаются камушки. То есть, допустим, я поковыряла, да, и где-то здесь достала, остались вот эти вот от выдергивания остались кусочки песочка на плитке. Я беру это душ, шланг, и смываю. И за счет того, опять же, что здесь подушка из песка, вот она, здесь мы еще не закрыли, вот она, подушка из песка, за счет того, что там песочек, он впитывает все, и у вас сверху остаются просто белые камушки. Понимаете? Какая круть, прям круть. И многие еще говорили о том, что на них же неудобно ходить. Девочки, вот эта вот галечка декоративная, она мягкая. В плане, она гладенькая.
И по ней очень комфортно ходить. У нас Дианка босиком тут, знаете, как гоняла. И вот, кстати, еще вот здесь, вот, где у нас будет бассейн, здесь тоже мы делали по старому способу. То есть мы еще тогда не знали, что надо делать это все непосредственно камушками. И вот здесь все заросло. Ну, вот где мы чаще ходим, не заросло. И попробуем достать это. Здесь песочек. Здесь я достала. А где земля? Сейчас попробуем достать, здесь земля. Потому что у нас здесь песочек. Вот здесь у нас земля. Давайте ковырнем. Учитывая то, что почва влажная, потому что дожди. У нас в Москве дожди. Вот посмотрите, я не могу прям это достать. О! Посмотрите, оно рвется, оно не достается, девочки. Потому что земельный грунт, он держит корневую. Вот оно, все обрывается. Я не могу достать, девочки. Я пытаюсь это сделать аккуратно. Нет. Понимаете? Поэтому наш выбор пал именно, да, мы один раз поработали, один раз это сделали, и у нас спокойствие, что у нас не будет сорняков никаких. И мы не хотели плитку, обычную плитку, да, взять тротуарную плитку, не хотели. Нам нравится именно вот, вот такой дизайн. Дождик падает, шишечки мокрые, посмотрите, какая красота. Так что в следующем году мы уже доделаем эту плитку как надо. А вот этой горчицы, которая насеялась, уже и не будет, потому что она однолетняя. Красота!